Здравствуйте! В эфире программа «С видом на столицу» и в следующие 5 минут вы узнаете. Чемпионский Алау Ледовый дворец занял 10-е место в рейтинге самых быстрых катков мира. Кто чаще всего ищет работу в Астане? Столичный ЖКХ уходит в сеть. А также зимний благотворительный бал. Названы самые активные соискатели работы. Ими оказались молодые специалисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам. На портале насчитали самое большое количество резюме в области начала карьеры студенты. Здесь размещается около 25% всех резюме. Такая активность связана в том числе и с тем, что среди молодежи максимальное число посетителей интернета. На втором месте по популярности среди соискателей области бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия. Здесь насчитали 12% от общего числа резюме. На третьем месте раздел продажи. Здесь зарегистрировались 11% соискателей. Меньше всего резюме было размещено в областях инсталляции и сервис, домашний персонал, страхование и консультирование. Единый интернет-портал и колл-центр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в Астане. Работает он по адресу www.astanaservice.kz и предназначен для информирования жителей о новостях и законодательстве в сфере ЖКХ и общения со своими управляющими компаниями и КСХ. На сайте можно выбрать свою управляющую компанию, а во вкладке «Отчетность» можно посмотреть всю ее деятельность, текущую выполненную работу, порядок и условия оказываемых услуг, стоимость работ. Есть возможность напрямую поговорить с руководителем управляющей компании и даже задать вопрос акиму района. Есть на портале еще одна интересная опция для пользователей – личный кабинет. После авторизации в нем можно сформировать платежную квитанцию по всем коммунальным услугам, а потом с помощью электронных денег или банковской карты оплатить их. Пока на портале зарегистрированы только 4 компании, но планируется охватить общей сетью весь город. У каждого жильца может быть личный кабинет здесь. И в этом личном кабинете он может, минуя всякие собрания физически, то есть там вечером, которые там придите в 7 часов на собрание жильцов, какие-то вопросы будут, управляющая компания может эти вопросы разместить на сайте, отвести там, допустим, неделю времени, и все люди в удобное им время пройти, проголосовать, то есть за, против, там какие-то свои внести, а потом уже подвести итоги. Ледовый дворец Алау шагнул на 2 строчки вверх в рейтинге самых быстрых катков мира. В сумму рейтинга казахстанской арены входят показатели на дистанции 100, 500, 1000, 1500, 3 и 5 тысяч метров. Всего же рейтинг включил в себя 195 пунктов. Этот показатель поднял Алау на 10-е место с водной квалификации. После домашнего этапа Кубка мира столичный каток обошел будущую арену Олимпийских игр, Адлер-арену, а также канадский Ричмонд Олимпик Овал. Своим прогрессом Алау обязан третьему этапу мирового турнира по конькобежному спорту. Алау каждый год принимает этап Кубка мира. Представляете, да, насколько это непросто, да, 600 катков, в год проводится только лишь 5-6 этапов Кубка мира. Вот, поэтому вот в этой борьбе мы преуспели, и сегодня, после подведя итоги Кубка, который закончился в это воскресенье, мы с гордостью констатируем, что сегодня мы на 6-м месте в мировом рейтинге среди мужчин и на 10-м месте среди женщин. Сегодня вечером пройдет традиционное столичное мероприятие «Зимний благотворительный бал Маскарад». Красочное событие проводится в поддержку детей из деревни СОС. К примеру, в прошлом году за счет билетов и пожертвований для детской деревни было собрано почти 7 миллионов тенге. На бал традиционно приглашаются представители дипломатических миссий и руководители крупных и национальных компаний. Ожидается, что в этом году в программе вечера также будут проводиться аукционы и лотереи. Посмотреть выпуски нашей программы вы можете на сайте 24KZ в разделе «Телепроекты». До новых встреч в сети и в эфире!